А сегодня мы с вами отсканируем телефон с включенным видео, кнопку Ютуба, банан, таблетки, гирлянду, снежинки, а также автомобиль. Если интересно, оставайся со мной, еще будет много всего интересного по ходу видео. Итак, всем привет, вы на канале Toy House. Ну что, ребята, начнем с самого интересного, да? Как же сработает сканер с включенным телефоном? Погнали! Ну что, давайте сначала отсканируем телефон просто включенным. Посмотрим, что из этого получится. Просто включенный телефон. Надеюсь, не выключится. Смотрите, как долго думает принтер. Ну. Надеюсь, что все получится. Как ты думаешь? Ставь на паузу, пиши комментарий, получится или нет отсканировать наш телефон. Ну-ка. Вот он, листочек выезжает. И... Да, что-то у меня получилось. Обалдеть. Ну я делал цветное, а получилось черно-белое. Еще разок. Для точности прям нажимаю на цветную печать и смотрим. Ну клево, вообще классно получилось. Но правда, да, это была цветная печать. Вот видите, здесь окантовочка синяя идет от телефона, поэтому можно здесь в принципе остановить. Да, то же самое, черно-белое. Так, значит, телефончик мы отпечатали в таком положении. Теперь включаем видео и смотрим, что будет при произведении видео. Ну что, ребята, включил я, как вы думаете, чье видео? Конечно же, свое. Вот оно с кошечками. Вам, наверное, не очень видно. Ну, если что, можете перейти посмотреть. Этот ролик есть на канале. Загружаем в сканер, да? Видео идет. Вот, вы видите, кидаю я колбасу-ка там. И поехали тогда сканировать. Кладу очень аккуратно, чтобы не выключился. Включаю и смотрим. Мне самому интересно, что же в итоге получится. Прям вот захватывает дух. Все в цветной печати я поставил. Листочек пошел. Интересно, да? Прям очень. Это реально очень интересно. Ну-ка. Выезжай. И мне кажется, что там, скорее всего, ничего не будет. Смотрите, как полосками, обалдеть, печатает. Так, телефон. Есть даже подсказка. И да, есть какой-то сюжет. Посмотрите. Есть какой-то все-таки небольшой сюжет. Но не такой, как бы хотелось. Видео идет, продолжает идти. Можно попробовать отсканировать еще фотографию. Давайте я попробую сделать. И попробуем вот прямо фотографию этого стола я сделаю. И сейчас мы с вами отсканируем ее. Будет она в цветном или нет? Так, ребята, смотрите, экран в экране, там принтер в принтере, да? Так, фотографируем. Все, фоточку сделал. И сейчас эту фоточку мы с вами попробуем отсканировать. Вот так же пойдет, я думаю, видно будет. Видно. Правда, здесь цвета у нас черные и белые. Ну да ладно. Попробуем. Что получится вообще? Вообще получится ли это? А это вот самое первое. Сканер телефона. Итак, выезжает у нас картинка. Цветные поля на телефоне я вижу есть. И есть, но ну не особо четко. Ну, в принципе, вон надпись видно, Toy House, да? Ну, не особо четко, ребята. И почему-то прям сильные-сильные полосы пошли на печатание. Вот первое фото, да? Вы видите, в каком оно идеальном состоянии. И уже последующие почему-то все хуже и хуже стали. Ладно, переходим теперь к другому чему-нибудь интересному. Ну а теперь, ребята, мы отсканируем с вами вот эту замечательную кнопку от YouTube. Правда, она большеватая и не знаю, как туда поместится, но я попробую это сделать. Хотя бы какую-то часть, не знаю. О,
Практически, слушайте, она туда практически поместилась. Ну что, ставлю цветную печать, хотя не вижу смысла сделать ее цветной. Можно было сделать и черно-белой, но посмотрим. Посмотрим, что сейчас выйдет. Итак, ждем. Мне самому интересно, к тому же там есть еще зеркальная поверхность, и как она отреагирует. Итак, серебряная кнопочка от Ютуба практически отсканировалась. Да, только ничего там нету, смотрите. О, вот она, прям такая полосатая получилась, да? Смотрите, Toy House тут написано, да, 100 тысяч подписчиков. В общем, особо ничего не получилось, да? Ладно, переходим дальше. Ну, а теперь мы с вами отсканируем таблетки. Поехали. Кладем сюда, включаем кнопочку, ну и посмотрим. Может быть, с ними будет более поинтереснее что-нибудь результат, но, конечно, результат с телефоном меня очень удивил. Так. Давай, Сим-Сим, появись. Ну-ка, и какие у нас тут таблеточки. Так. Ну, и все белым-бело, да? И ничего почему-то нету. Интересно, а почему? Нет, есть, ребята, вот они, таблеточки. От настоящих ты и не отличишь, посмотрите. Прям один в один. Сейчас я вам покажу оригинал. Да ё-моё, вы посмотрите, как интересно, прям реально. Они как будто 3D, такие же прям. Клёво. Ладно, переходим дальше. Ну а теперь мы с вами попробуем отсканировать бутерброд с колбасой. Что на это думаете? Только придется колбасой так вниз положить. Но я думаю, ничего сильно страшного не будет. Так. Кладу. Нажимаю. Но не подведи. Бутер с колбасой. Поехали. Смотрите, как он долго думает. Но печатает. Итак, кошка почувствовала запах колбасы. Она ей прям не вмоготу. Ее, конечно, тоже можно отсканировать, но я этого делать не буду. Так. И шедевр выезжает. О, вот это да! Посмотрите. Ну, опять с полосочками. Видать, вот то, что свет попадает, полосочки появляются. Потому что на таблетках полосок таких не было. Ну, клево. Бутерброд на колбаса на черном хлебе. Да, бутерброд с колбасой на черном хлебе, можно так сказать. Поехали дальше. Ну, а теперь, ребята, у меня есть вот такая вот маленькая цветная гирляндочка. Давайте отсканируем ее, посмотрим, что получится из этого. Прям включим. Так, ну-ка, там оставайся. И давайте, поехали. И... Ну и что же там у нас выйдет? Вот она. Ну тут что-то совсем не получается даже, смотрите. Огоньки даже не горят. Тю, вот это ерунда получилась, честно. Честно скажу, что это получилось как-то ерундово. Ладно, продолжаем дальше. Итак, ребята, та у нас гирляндочка, наверное, была слабовата. Есть у меня вот такая вот более покрасивее. Попробуем отсканировать ее. Нежно-розового цвета она. Не знаю, что из этого получится. Тоже кладу. Так. В общем, просто полукругом делаем, да? И нажимаем сканировать. И ждем. Опять ждем. Здесь самое главное вот это ждать. Но результат все-таки некоторых вещей меня реально радует. Итак, сейчас мы увидим, как у нас сканируется гирлянда. А здесь горят лампочки, вы видите? Здесь более посерьезнее, чем вот это предыдущее. Так. О, вот это прям какой-то прям этот получается. Прикольный такой шедевр, да? Ну, правда, немножечко все-таки размыто, мне кажется. Переходим к следующему. Ну а теперь, ребята, отсканируем простой пакетик чая, вот такой вот на веревочке, что получится из него. Вернее, что получится с ним. Нажимаем на печать и опять ждем.
Итак, смотрите, какая красота у нас выезжает. Он реально прям как настоящий. Посмотрите, какой красивый, симпатичный чай. И я прихожу к выводу, что более плоские вещи получаются намного интереснее, чем большие. И давайте я вам сейчас этот опять-таки продемонстрирую. Есть у меня вот такой вот пряничный домик. Я включу у него свет и попробую его распечатать. Но я уверяю вас, что это получится навряд ли. Нет. Не получится 100%, говорю, потому что он, видите, не закрывает здесь вообще свет никак. Хотя, подождите, сейчас мы выключим вот так вот свет. Оп. О! И попробуем сделать так. Может быть, получится. Сейчас основной свет я выключу тоже. Во! Так. Как думаете, получится? Нет? Самому интересно. Так, ну, камера прыгает. Камера прям очень жестко прыгает. Не фокусируется в такой темноте. Сейчас. Так, все, выключилось. Все, включаем свет. Вау! Ну, посмотрите, какой он размыленный. Он черный и размыленный. Ну, вообще. Но получилось. Все-таки отсканировать такой огромный предмет реально можно, но сложно. Итак, теперь у нас еще есть еще кое-что интересное. Мы с вами отсканируем вот этот вот желтенький бананчик. Посмотрим, что выйдет из него. Тоже, смотрите, не закрывается, но я думаю, с бананом можно и так. Должно и так получиться. Ну-ка. Вы видите, лампа идет, да, которая сканирует у нас. Так. Как думаете, получится, нет? Я думаю, что ну, что-то среднее, типа вот такого домика, может быть, выйдет. Так, выезжает листочек. Ответственный момент. Опять вижу полосы. И вижу размыленный, очень-очень размыленный банан. Но, кстати, он очень интересно получился. Посмотрите, как это необычно смотрится все. Прям реально прикольно. Так, и есть мне кое-что еще. Что, ребята, и как я и обещал, будем сканировать снежинки. Как я это сделаю? А вот так. Вот у меня снежиночки. И сейчас мы их с вами отсканируем. Я думаю, что они должны получиться, ну, идеально. Просто идеально. Давайте ждем. Итак, сейчас у нас появится листочек. Уже считанные мгновения остались. Вот, выезжает, смотрите. Вот это реально. Это реально нормальная вещь. Плоская вещь. Она сканируется очень классно. Пожалуйста, я отсканировал снежинки. Вот это да, вот это круто, да? Как вы считаете? Прикольно вообще получились. Очень, очень здорово. Мне нравится. Ну а теперь, ребята, мы отсканируем не что иное, как автомобиль. И это будет Лада Веста. Вот такая вот желтенькая Лада Веста. Как я это буду делать, я не знаю еще, но я попробую. Кладу ее сюда. А как вы думали, делают автомобили Лада? Вот теперь вы знаете все. И я думаю, что, наверное, придется опять выключить свет. Но, ладно, нажму пока на кнопочку. Нажимаем на кнопку и сканируем Ладу Веста. Гасим свет. Весь не буду гасить, потому что в прошлый раз не очень получилось. В этот раз, я думаю, должно получше получиться. Ну, в принципе, все, можно, наверное, включать, да? И смотрим! Да, ребята, это Лада Веста из другого теста. Вот она, Лада Веста, и посмотрите, как она наискосок у меня получилась. Ну, конечно, наверное, прижала, потому что так, вот она. Клево! Я отсканировал Ладу Веста. А можно, конечно, бачком, нет, бачком не получится. Ну что, теперь следующие. Ну а следующим мы отсканируем опять-таки тоже желтенький предмет, но это будет у нас дольки лимона.
кладу их сюда. Просто размещу. Вот так. И посмотрим, что получится. Поехали! Итак, у нас листочек уже сейчас будет выезжать. Вот он появляется. И где вы, мои сочные лимонки, да? Вот они, появляются наши лимоны. Два замечательных, красивых лимона. Посмотрите, да клево, вообще супер. Ребяточки, пока я снимал лимоны и автомобили, у меня съели отсканированный банан, да. Но оставили шкурку, и я решил ее тоже отсканировать и посмотреть, как она будет выглядеть. Отсканированная шкурка банана, да. Кладу ее сюда, вот таким вот интересным, не знаю, неинтересным макаром. Ну, пусть так будет. И, хотя так, наверное, неинтересно. А мы давайте попробуем двумя сторонами. Сначала такой, а потом переверну ее другой стороной. И посмотрим, какая будет красивее. Осталось прям совсем немножечко. И у нас появится здесь листочек. Вот он. И вот она, кожура банана на нем присутствует. Ну-ка. Давай. Поехали. Прям какие-то ноги как будто. Вот она, кожура банана. Посмотрите, какая она интересная на самом деле. Ну, не знаю, давайте другой стороной, как и обещал, переверну. Так же. Вот так. Вот так. И посмотрим, что получится из этого. Какая сторона будет красивее? Ты напишешь мне в комментарии. Ну что, вот, выезжает кожура банана другой стороной. Так. Во! Какая красивей, ребята. Пожалуйста, есть такая картинка, а есть такая. Оценивай, какая тебе больше нравится. Не знаю, ну мне две нравятся. Ну вот это какая-то прикольная тоже получилась. На какую-то фигуру необычную похоже. И вот это тоже такая. Ну, не знаю. В общем, пишите ваше мнение в комментариях. Ну что, ребята, а теперь, чтобы для вас было еще интереснее, для вас я, знаете, что сделаю? Я отсканирую лайк, да. Так, погружаем лайк сюда. Ух, мне самому интересно, получится или нет. И нажимаем на кнопочку. Итак, поехали. Лампа проходит сквозь мою руку. Ничего не чувствую. Ни тепла, ни холода. Это не страшно. И здесь появляется мой лайк. Ну, для вас пусть будет. О, смотрите, тут я прижал прям сильненько. Так. А кулак, наверное, не сильно. О! Вот такой вот вам лайк от меня. Ну и надеюсь, вы тоже поставите под это видео свои вот такие вот лайки. Понравился видос, с вас подписка и лайкос. Всем, короче, до свидос.